Всем привет, друзья, это канал Масалим. В работе у нас Kia Sportage. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию. Салон мы разобрали, краткий обзор. Эти задние арки спрашивают, сплошной голый металл. На этом автомобиле самые шумные места. У пол, в багажнике такой вот кусок вибропролит. Что касается крыши, также сплошной голый металл. Задние двери. Верхняя часть, кусочек вибропролили. Слышите, как звенит? Передние двери также. Верхняя часть вибро. Более-менее проклеили пол в салоне. Но, по мнению владельца, все равно данная шумоизоляция не очень эффективна. Поэтому сейчас подготовим поверхность и приступаем все дело исправлять. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Kia Sportage. Ведь проклеен у нас пол в багажнике. В арках нанесли уже второй слой шумопоглотителя. Также проклеили вторым слоем уже крылья. На дверях также нанесли второй слой вибропласта. Проклеили пол. Это передняя дверь, второй слой. Мы нанесли шумопоглотитель уже на крышу автомобиля. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Kia Sportage. Проклеен у нас пол. Максимально все обработали. Такой ковер получился. Также проклеили пол в багажнике. Приступаем собирать. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Kia Sportage. Ведь весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки, сборки салона мы не оставляем. Все стоит по-заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!